станция 1934 года, фактически ввода в эксплуатацию. Мы, как уже говорили о том, что планово шли к тому, чтобы вот то, что в прошлом веке, в начале прошлого века было введено в эксплуатацию, ну, точно должно через век уходить из работы. Выход из работы старого источника тепла и ввод в эксплуатацию нового источника тепла – это еще на многие годы надежное, бесперебойное теплоснабжение города со стороны Ижевской ТЭЦ. Генератор отключен. 15.30 отключен генератор ТЭК-2 от сети. Прошу открыть заявку на холодный резерв этим временем. Мы планируем все эти помещения демонтировать. Демонтировать и фактически здесь сделать, ну, все, что угодно можно. Можно сделать, наверное, отдать в город этот земельный участок и продолжить, например, делать здесь набережную. Был у нас один из проектов, который предполагал возможность строительства на этом месте снегоплавильного завода, который, в общем-то, для города тоже очень важная история. Посмотрим, будем дальше думать и работать.